Всем привет! Сегодня мы с Русланом на необычной для нас рыбалке. Сегодня пытаемся поймать щук на жерлицу. Выставили уже около 8 жерлиц. Вот такой вот план. Сейчас покажу устройство, все как это сделал. Вчера буквально за 2 часа сделал 12 жерлиц. Покажу, расскажу, как это сделал. Устройство их сейчас пробуем сбалансировать. Ходим. Пока что на 4 поймали одну щучку, Ромка. Сейчас тоже покажу. На жерлице мы никогда не рыбачили, поэтому для нас это что-то новое. Если что-то мы не так делаем или неправильно, подскажите нам, пожалуйста, в комментариях свое мнение выскажите. Потому что, ну, первый раз в жизни рыбачу на жерлице, и как это, что это, ну, пробуем. Так насмотрелись, тоже начитались, и пробуем ставить. Посмотрим, что получится. Не переключайтесь, смотрите дальше, будет интересно. Так, вчера собрались на рыбалку, сделали вот столько вот жерлиц. Получилось общее количество их 12. Буквально за 3 часа сделал 12 жерлиц. Тройничок? Тройнички, да. Ну там где-то помельче, где-то покрупнее надо выбирать. Крупную. Какие были, такие поставил. Грузик 10 грамм. Леска, поводок. Потом поводок стальной металлический и тройничок. Сейчас опускаем, ищем дно. Надо дно все это дело приподнимаем. Посмотрел вчера, как в интернете делается, это жерлиц еще доработал. Сделал здесь вот дырочку посередине и прорезь ножовкой. Чтобы вот так вот сделать, если вдруг крупная щука клюнет, чтобы она не жерлицу за собой туда утянула, чтобы жерлица положительно вот так вот стала поперек лунки. Как это будет работать, пока сам не знаю. Личная разработка моя. Посмотрим, что получится. Здесь у меня вот крючочек такой. Делаю так. Беру петельку, завязываю. Сюда тряпочку красную. Продеваю. Все. То есть получается, щука клюнула у нас. Хоп, слетела. Осталось теперь только, чтобы она клюнула. Живец у нас вот такой вот. Одеваем подплавничок на спинке. Опустили. Надо постараться опустить так, чтобы малек у нас плавал над дном. Ну и в радиусе он примерно вот так вот полметра плавает здесь. Руслан бурит лунки. Я ставлю жерлиц. Роман что-то поймал. Где твоя щука? А. Девка, ладно. Здоровая, здоровая. Ты главное камеру поближе подведи. Здоровая. Вот так большая, да? Степаныч, ну а ты чё? Молодец! А мы не одной. Нафиг она нужна, значит, ну с поводком, если есть. Нет? Ага. Нет? Это, наверное, живец. Живец, я надеюсь. Точно. Он же видел живучий какой. А, в квартире-то, конечно. Ну ты понял смысл, что флажок должен упасть, если щука там поймет. То есть смотришь на палочку, флажка нету, значит надо. О, Ромка поймал. Ну, такая где-то с килограмм щучка есть. Все жерлицы наготове. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Жерлиц поставим, сейчас восьмую поставим. Ромка у нас уже поймал большую щуку. Еще надо как-то живца в течение всего дня сохранить. Для этого мы будем опускать в воду. Будем пробовать. Так, Руслан, а ты говоришь, где вода там есть? Лунка раздолблена или что? Сейчас пойду опускать. А, ну там большая, да? Что, клевала уже, да, говоришь? Ну, а жерлицы вот стоят тебе, пожалуйста. Все
Да, будем сейчас живца опускать. Повезло нам, что как раз сети здесь ставят и лунка свежая. Рыбачим уже около часа. На жерлице пока ни одной поклевки не было. На балансире я тоже ничего не поймал. Пока мы ставили жерлиц, Ромка и Серега поймали по 3 щучки. Вот Ромка хорошую одну, такую на килограмм где-то. Ну и мелких по 3 штуки. Пойду попробую отойти от толпы. Что-то сорвалось. Как тут уткнулся в балансирчик. Все-таки думал, что это караси плавают. Вот что это такое? О! А это щучка мелкая. Не караси. Маленькая щучка. Клевала. Уже хорошо, хоть маленькая. О! Еще одна. Блин, за палец укусила. Как вытаскивать? Зубы-то маленькие, острые. Интересно. Здесь там еще одна. Может быть, их там много. Стая щук. Будем надеяться. Хо! Еще одна сорвалась. Значит, их здесь как минимум 3 было. Рядом. Стоят у нас жерлицы. На жерлице ничего не клюет. То ли мы что-то не так делаем, то ли она не хочет. Может, поставили жерлицы там, где рыбы нет. Руслан он там, на жерлицах стоит. Балансиром ходит. Клюет, поймать не могу. Что скажете? Что скажете? Тут ловится, ну? Ближе. Говори под ногой прям. Все, мы пришли, перестало клевать. Всех моих щук выловили, ё-моё. Я сидел долго. Потом две подряд поймал. Просто у нее... Да. Ну, я думаю, она стоит, смотрит на него и пофигу ей. Он, Ромка же сколько сидел, эту большую поймал. Он две маленьких поймал, потом только большую поймал. Сейчас мои щуки там отдохнули. А, ты моих приманиваешь, ё-моё. Ну-ка, отдай моих щук. У меня подошел, вот сейчас кто-то прям ткнул. Балансир как будто приподнялся прям медленно и опустился. Я не стал дергать специально. В прошлый раз вот такая же фигня была, это карасики были. Под тем берегом я... Вот здесь же были, пробурил 3 лунки, во всех 3. Клюет, не ловится. Ну так же вот потихонечку. В прошлый раз с Руси были. Камеру опустил. Опустили, а это караси. Они здесь подплывают там что-то это. Тебя интересуются. Он может даже не задевает, просто рядом плавает, а ты чувствуешь рукой.
Ух ты! Да блин, как долбануло, чуть удочку не выбило, а это... А ничего не поймалось. Вот она. Прикинь, тройничка нету снизу. Как так? Ага, у нее во рту, прикинь. Ну давай, Никита, показывай. А что показывать? Вот таких мы щук ворочаем. Ну хоть такие клюют, и то спасибо. Вот еще одна, Степаныч. Видишь, уже покрупнее. Через слезки-то этот снег-то убирай иногда. Да, ну это шнур, видишь, плохо на это налипает. Это быстро. Он на нить. Ну, вот так вот тяжело нас рыбачить. Стоишь, две поймал. Сибирский странник тебя уже обурил. Ромка ему. Четвертый целится. Да, вот тут моя ломка. Все, давай, Степан. Я их буду отгонять. Что, угонить его отсюда? Сейчас чувствую, те все сюда прибегу. Пока большую никто не поймает. Вот она. Чё? 999. А чё ты мне подкалываешь? Сколько грамм? Нет, волонтир сколько грамм. А, я думал, щука сколько. Я не знаю. 3-4. Маленький. Мельче у меня нету. Пробалансируюсь. Будем охотиться на больших щук. А дело, Степаныч? Нихуя даже не царапнул. Кого? Я говорю, смотри, что я делал. Ё-ать, на больших щуканов, Серега. Вот такой нахуй балансир. Покажи. Да он знает, что. Я люблю такие. Русь, вот тебе, пожалуйста, смотри. Увеличиваем балансир. 32 грамма. Щука клюет такая же. Не, Русь, так же и на этот. Большой, маленький, пофигу, и на любой долбик. Только ловится, что на... А? Ну, так же, как на те, клюет еле-еле, ё-мо. Не, ну одну поймал. Одну поймал на большой. Иду, иду. Ну, нормально. Куда ее девать? А у тебя канал свой, да? Кто блокировал? А мы оба. Да, он и я. Сибирский странник. А, ну я читал. Где читали? Сибирский странник, а в Ютубе. А, смотрели? Ага, что-то про... на шлюзах там тебя снимали. А, да. Ну, у меня тоже свой канал, можете посмотреть. А как называется? Гартлик. Зайдем обязательно. Живой, с***. О, хули, ну. Я думал, подохли, что ли, все, или что, ну, чё, ну хоть бы что-нибудь клюнуло. Сытая, сука. Ну. Сытая. И пиздец.
Просто рыба сыта. Ну, другие тогда я не буду проверять. Я думал, может, ну, подохли они, мальки, или что. Рыба сыта, вот она и не берется. Ну, ну живой, ёка. Ну, рыба сыта, понятно. Смотри, какой балансир. Щука чуть-чуть больше балансира, ёбы. Я только что в этой лунке такую же поймал. Ты охренел, что ли? Да? Я совсем наглый. У меня привязано было. Чего у тебя было? Привязано было. Ну, если умудрился вот такого красика поймать. Маленького. Выше в этой лунке одного карася поймал. Вот. Я сейчас попробую еще что-нибудь поймать. Вот он сегодня первый окунь. На балансирчик. Извините, пожалуйста, я не запомнил, как ваш канал называется. Напишу, как закатывается. Ага. Ну, у меня записывается, у меня все надо. Все, в принципе, пишется. Должен запомнить. Александр Гарник. Ну хорошо, посмотрю. Нет. Сергей Степанович, пойдем рыбу лови. А, Степаныч. На жерлице у нас, к сожалению, сегодня не получилось ничего поймать. Может быть, мы их не умеем ставить. Если знаете, подскажите в комментариях, как правильно ставить жерлицу. У нас это первый опыт с Русланом. Мы до этого никогда жерлицу не ставили. Сегодня первый раз попробовали, но ничего не вышло. На балансир у нас получилось чуть-чуть получше. Поймал около 15 мелких шурагаек. Ни одной большой не было. Был один сход крупной шурагайки, но ее не удалось вытащить. Отличился у нас сегодня только Ромка. Он поймал одну, где-то около килограмма щучку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.